Так, всем привет. Это Тедбертл, гайд на протосов. Вот, билд простой, поехали. Посмотрим, что мы тут делаем. Начинаем с пилона. Совсем базу я удаляться не буду, опять же, ребята. Кто прям хочет научиться круто играть, есть гайды, смотрите плейлисты о том, как там вообще научиться в StarCraft, протосов и т.д. и т.п. Здесь именно стратегии. Гайд только по стратегиям, поэтому, ну, о том, что надо строить рабов, я не буду прям совсем углубляться. Ставим 14 пилончик, поехали. Сразу как он закончился, бустим. Нексус, ставим гейт. Два газа. И поехали проверять. Это у нас игра сейчас PvP, но это работает билд в этих лигах против любой расы. Будет еще два примера как раз таки против Зерга Терана. Еще один буст кидается в Nexus, чтобы наполнить газы побыстрее. И газы наполняются сразу, это важно. Вот, сразу же ставится кибернетка по возможности. Пробка, которая уезжала, ставит прокси-пилон. Идеальное место, естественно, как всегда, у противника на мейне, но мы столько реально не проедем, то есть где-то в центр карты. И мы продумываем центр карты, чтобы его и не нашли, чтобы варпить было удобно. Примерно такой критерий. Вот, дальше что мы делаем? Мы заказываем варп, мы заказываем 3 сталкера в сумме из гейта, ставим Twilight, Darkshine, как Twilight закончится, и еще пара гейтов. Вот. Чтобы примерно понимать, что когда строится, если вы не успеваете, вот здесь вот голубенький продакшн, ну, я думаю, все и так понятно, то есть остановите просто на паузу, всегда видео можно подсмотреть чуть-чуть. Вот, главная наша цель, чтобы построился Twilight, сразу же заказать Darkshine, и как только достроится Darkshine, у нас должен быть готов варп. Вот, параллельно я здесь ставлю пару батареек, чтобы не умирать, естественно, заранее. Таким образом у нас варп готов. Три гейта готовы, они открываются. И как только они открываются, у нас будет готов Даркшрайн. В этой игре чуть позже, потому что я там позаказывал различных батареек. Вот, также я успел пробкой проехать и посмотреть, что там. А там, в принципе, те же дарки, как и у нас, только со второй базой. Если такое происходит, можно разбить пилон в стенке. Стенка, кстати, глухая. И пойти занять вторую базу. Варпаем 3 дарка. Примерно ориентир 4 минута. К 4 минуте наварпали. И идем убивать сразу пилона, если мы играем против протоса. Если мы протоса убьем пилона, он не сможет ничего не варпать, не строить. Это будет победа. Вот таким образом я поубивал ему все пилоны. Затем роба, чтобы он не смог сделать, ну, посмотреть вообще на нас. Вот, и все, и так медленно добивал. Он там потом пойдет что-то застраиваться, но он уже проиграл на самом деле. Другой пример против зерга. Стратегия, опять же, очень простая. Точно так же пилон, гейт, после гейта едем прятаться. Здесь два газа, наполняем их сразу. Два буста кинули. Как гейт готов, кибернетка. После кибернетки пилон. Полностью базу насытили. Сразу же Twilight. Сталкер. Варп гейт. Затем два гейта в прокси. Мы их ставим, чтобы делать быстрый варп. Батарейку, чтобы легче защищать стенку. Как только Twilight готов, сразу же Darkshine ставим. Еще пилон, еще батарейку. На всякий случай третьего сталкера заказываем. И как только у нас готов варп, смотрите, видите, варп только-только закончился, открываются гейты. Все три гейта, и как только они открылись, у нас уже, оп, Darkshine готов. И у нас как раз 400 газа, мы можем варпать дарков и бежать в атаку. Против зерга сразу надо тоже убивать ему, например, можно ему главное здание убивать.
можно немножко дронов убивать. То есть тут я убил пару дронов и побежал смотреть, что сверху. Вижу тараканчиков. Хорошо. Бегу вперед. И вижу, что здесь есть лейер. То есть у него есть доступ к оверсирам. Если у зерга есть доступ к оверсирам, мы заказываем чардж. Мы ставим еще пару гейтов. Пытаемся убить как можно больше дронов. Если у него нету лейера, тогда тоже можно либо дронов, либо сами главные базы убивать. Вот, ну суть, я бью дронов. Прилетает оверсир, я просто убегаю. Здесь мы делаем архонтов. Делаем кучу зелков. И идем атаковать еще раз. Приходим, атакуем. Побеждаем. Последний пример против Терана. Против Терана нам не надо глухая стенка. Поэтому мы спокойно ставим все возле главного здания. То же самое все здесь. Насыщаем газы сразу, как они готовы. После кибернетки прокси-пилон. Как только прокси-пилон готов и кибернетка готова, ставим Twilight. Заказываем сталкера, варп. Два гейта, Dark Shrine, как Twilight готов. Три сталкера есть. Варпаем дарков. 3.50, вот идеальный тайминг для дарков. Что бить Терану? Тут можно увидеть много разных вещей, но в целом мы начинаем всегда бить саплайки. Если получается их убить хорошо, не получается, не стоит отчаиваться. Можно опять же поставить вторую базу, раскачать ее и опять чарджем и архонтами прийти. Либо можно не ставить вторую базу, поставить опять пару гейтов и то же самое чарджем архонтами прийти чуть позже. Вот, получилось убить саплайку, значит мы можем пройти. И у Терана всегда убиваете сначала юнитов, они слабее дарков, если их мало. Как вы видите, не боюсь, что он меня просветил. И затем пристройки на всех зданиях. Это очень замедлит именно производство Терана. Сначала все пристройки убиваем. И потом отдельно все здания убиваем. Приходят еще дарки, побеждаем. Все, ребят, счастливых побед наладили. Всем счастливо. И до встречи в новых видео. Вот и все. Всем счастливо, удачных побед на ладере и до встречи в новых видео, где будут стратегии уже и для серебра, и для золота и так далее.